Всем привет! С вами Нотик. Сегодня мы расскажем о таком интересном ноутбуке бизнес-класса, как Asus Asus Pro Advanced. Эта модель ориентирована на корпоративный, на бизнес-сектор. Выполнена она в корпусе из алюминиевого сплава и углеродного волокна. Очень прочный, компактный, легкий корпус. И здесь есть несколько интересных фишек именно для профессиональной деятельности. Во-первых, самое главное, здесь есть поддержка 4G LTE, то есть можно вставить симку и сразу пользоваться мобильным интернетом где угодно. Во-вторых, здесь есть разъем под карты Smart Card. Это тоже очень часто нужная вещь и редко когда бывает в ноутбуках. Ну и в-третьих, такие интересные вещи, как сканер отпечатка пальца для дополнительной защиты и трекпоинт для управления курсором. Посмотрим на ноутбук поближе. Клавиатурка здесь без цифрового блока, но кнопки достаточно большие. Закреплена намертво, ход клавиш хороший, глубокий, печатать одно удовольствие. Имеется трекпоинт для управления курсором, под него специальные три кнопочки вот здесь. Тачпад нажимается в любом месте, поддерживает мультитач. Имеется светодиодная подсветка клавиатуры белого цвета. Сканер отпечатка пальца вот здесь и кнопочка включения. Эта часть также матовая, отпечатки пальцев не сильно остаются, все это прочно, крышка немножко прогибается в центре, но совершенно чуть-чуть, это я очень сильно нажимаю. И логотип Asus здесь присутствует. Ноутбук оснащается матовым дисплеем с диагональю 12,5 дюймов и разрешением 1920 на 1080, то есть Full HD. Углы обзора достаточно хорошие, цветопередача приличная. И следует отметить, что матовое покрытие не бликует на солнце, от лампы, вообще устойчиво ко всякого рода отражениям. Акустическая система представлена двумя динамиками, располагаются они с нижней стороны. Звук не самая главная вещь в этом ноутбуке, ну как бы он есть и нормально. Все порты у ноутбука располагаются по боковым граням. Здесь есть видеовыход, есть здесь мини-дисплей-порт, разумеется, есть USB, поддержка карточек SD. И, как я уже говорил, очень важная особенность – это наличие слота для смарт-карт. Благодаря корпусу из алюминиевого сплава и углеродного волокна, ноутбук очень легкий и при этом надежный. Работает ноутбук на двухъядерном низковольтном процессоре Intel Core i7. Его вполне хватит всех повседневных задач. Оперативной памяти здесь 8 гигабайт с возможностью расширения. И добавим также, что здесь установлен твердотельный накопитель на 256 гигабайт, то есть то, что доктор прописал для работы. Разумеется, мы провели ряд синтетических тестов, померили нагрев при работе, померили время автономной работы, и результаты вы можете видеть на экране, а сравнить с другими ноутбуками их можно у нас на сайте в сводной таблице. Итак, ноутбук Asus Asus Pro Advanced. Стоит он, сразу скажу, довольно дорого, в районе 71 тысячи. Но и ориентирован он, как я уже говорил, на корпоративный и бизнес-сектор. Тому способствует смарт-карт, наличие 4G LTE, прочный и мощный корпус, достаточно стильный, строгий дизайн. Отмечу, что можно снять аккумулятор, здесь съемный аккумулятор, можно уменьшить вес, например, или поменять на другой, это тоже достаточно хорошо. Ноутбук не перегревается, обладает достаточно хорошими характеристиками и производительностью. В общем, учитывая всякие мелкие нюансы и приятности, ноутбук, я бы сказал, своих денег, в общем-то, стоит. Ну, а я на этом с вами прощаюсь, ждем вас, Нотик, всем пока!